Привет, друзья, это новый влог, я закончил работать, сейчас поеду к мама, как и говорил в предыдущем влоге. У нас нет особо планов, может быть сходим в ТЦ, может быть погуляем, может быть что-то купим, пока не знаю. Катюша уже приехала в Брянск, она там будет заниматься своими делами. Ну, а у меня будут достаточно спокойные выходные дни. И как и обещал, я взял в руки камеру и постараюсь на регулярной основе все-таки записывать влоги, которые вы так просите. Еще я заметил, когда монтировал последние видосы, то что я все время снимался в одной и той же толстовке. Не знаю, почему так произошло. Хотя знаю, я ее просто кинул на диван. Потом стало резко холодно, дома тоже дубак, и, соответственно, я ее все время носил. Квартиру я оставляю в идеально чистом состоянии. Венька прошелся, все чистенько, хорошо. Самое главное мне сейчас выкинуть вот эти арбузные корки, иначе за 2 дня, пока меня здесь не будут, заведутся мошки. Ну и соберу рюкзачок. Во-первых, книженцию, которую я еще не дочитал, пару влогов назад об этом говорил. Зарядочку. Ну и вот эту вазу, очень миниатюрную для сухоцветов. А, ну конечно, пару пачек от Айкоса, естественно. Даже 3 возьму, на всякий случай. Так, ну вроде все. Вещи у мамки есть, поэтому я не буду нуждаться в том, что мне нужны там домашние майки, трусы и прочее. В принципе, можно ехать. Комп я не буду вырубать, пусть он работает. Катюша там что-то пишет. Пробки откуда-то в Брянске. Ну так естественно, время 7 час, поэтому все с работы возвращаются. Чего она удивляется? Ну все, я погнал. Но сегодня поприятнее температура, 13 градусов и даже солнышко есть. Правда, сейчас оно за тучками. Тачку я поставил далеко от дома, потому что вечером, ну, все занято. То есть даже вот у забора, хотя от него до дома, ну, достаточно так далеко идти, и то мест не было. Поэтому встал тут на такую маленькую импровизированную стояночку. Какое приятное солнышко сейчас лупит из окна, прям греет, очень здорово. Потому что вот этот мороз в последнее время, ну, уже так немножко задолбал. Хотелось бы, конечно, потеплее, чтобы было в сентябре. Посмотрел по навигатору, до мамы ехать 1:07, это, конечно, сильно дольше, чем обычно. Но оно и понятно, сейчас все повылезали с работы, поэтому придется потолкаться. Но опять же, мне в машине не будет скучно. Я либо ютубчик посмотрю, либо музыку послушаю. Может быть, Катюшки наберу. Хотя она говорила, что ей сейчас тяжело с сумками. Она там такси, дом. Может быть, ей не до меня. Ну и хотел еще дать совет 18-20-летним ребятам, девчатам, которые так или иначе меня смотрят. Часто спрашиваете, на кого идти учиться и кем потом работать. Вот просто запомните. Математик, программист, инженер. Это профессии, которые обеспечат вас хлебом на долгое время, и они никуда не пропадут. Привет, ма. Ну что, я в твою сторону поехал. Ехать мне час. Ой, ну молодец. Да. Поесть есть что дома? Или что-то закажем? Вот. Не-не-не, я картошечку жарю, сосисочки есть. Отлично. Я целый день сегодня не ел, потому что на созвонах сидел. Так что все нормально. Окей, ну все, жди тогда. Скоро буду. Давай. Девайс, я сам себе знаю прайс. Кукусики. Ма, ну ты соскучилась по камере? По камере нет. А по мне? А по тебе соскучилась. Убирай, будем целоваться. Ну такая красота получается. Все? Завяз. Я хотел посмотреть, что ты там мне наготовила. Я наготовила? Ну. Я вообще картошечки. Ой, хорошо. А я в детстве, помнишь, с кефиром любил так есть? Ага. Сейчас сосиски с солью. Кетчуп есть? Да. Отлично. Салатик, да, тут? Салатик, да. Селёдочка. Ну, селёдочку я, наверное, не буду. Ну, это как хочешь. Мы купили семечки вчера в Азбуке. Ну, их, вот этот бренд. Не понравились. Не очень. Я вот купила тоже эти семечки во Вкусвилле. Чищенные уже купила. А, не, мне такие не нравятся. А мне нравится их самому. Я их купила в Тёме. Потому что, ну, не умеет грызть. Думаю, сейчас на YouTube завидует, что не стал есть. Невкусные? Говорит, невкусные, химией пахнут. Вот нормально. Решила их оставить, думаю, это. У нас полез очень много этих. Белок? Для белочек эти вот. А, кормушечки-то? Кормушечки. Ну да, туда насыпь. И в лесу я их хочу подсыпать. Мы с мама заехали во вкусные точки, взяли кофеек, мама мороженое, и я помыл машину, наконец-то. Как и говорил, последний раз мыл я ее где-то, ой, вспомнить бы, ну, до майских праздников. Она чистенькая, такая красивая. Я хочу еще полирнуть ее, но чуть попозже, ну, через пару неделек.
то, что у меня все равно тут от насекомых на капоте остались какие-то котихи. Ну вот. Вот так вот выглядит. Мне прям очень нравится. Как будто другой автомобиль. Внутри пахнет вкусно. Ну прям красота. Единственное, вот эти тряпки непрезентабельно выглядят, но я думаю, все равно видно. Кожу натерли. Приятно даже находиться дома в чистой тачке. Мне такое впечатление, что кофе холодный. Ну что, нагулялись мы? Да. Завтра еще? Опять сканер. Доброе утро, друзья, с вами Сонный Ежов. На улице сегодня прекрасная погода, суббота. И сейчас с мамой поедем в ТЦ. Еще заодно заедем к брату. Забыл зарядку от своего макбука, но взял зарядку от Айкоса, поэтому заряжаю ей. Будет медленно, но за целый день хоть на сколько процентов все равно зарядится. А поедем к брату, чтобы отвезти пылесос Dyson. Вообще, видите, у меня с Dyson не очень хорошая история. Фен, помнится, да, сломался через 2 года использования. И за ремонт заплатили тогда 9000 рублей. И сейчас, ну, какая-то неладная фигня произошла с пылесосом. Просто не включается, не заряжается. Вот у нас всякие пылесосы были, они десятками лет, да, работали. У них как будто таймер внутри стоит, типа я сломаюсь через 2-2,5 года и все. И ремонт сейчас, если будет, если какой-то фен несчастный, какая-то там запчасть стоила 8000, ты отдавал, да? Ну, 9. А здесь я даже не знаю. Полстоимости здесь пылесоса. Полстоимости пылесоса. Угу. При этом можно к Xiaomi такой я же взять, да, и все. Но Димка рукодельный, может, посмотрим, что. Так что очень больше дорогостоящие игрушки. Дорогостоящие, и больше мы не будем покупать Dyson. Я что-то как-то недоволен. Слишком быстро все ломается. Так, все я взял. Классная погода. Хорошо. Супер. И 14 градусов. Вот. Смотри, как машина хорошо. Смотри, как машина хорошо выглядит. Да. Потому что она была какашечная достаточно продолжительное время. И встал я как козел. Да, ты просто кнопку нажми. Ну там внизу, вот здесь она. Разочек так пим, и он откроется. Пим? Да. Ну, мама, пим не получается. Во, все получилось. Пим. А у тебя нету, кстати, случайно с собой ключей от своей машины? Есть. Пойдем зайдем, я у тебя вот эту штуку для кожи возьму. Вот, ребята, если хотите, чтобы у вас в машине вкусно пахло, вот такая штучка. Да, тут, в принципе, по-английски написано, что это кожа. Очень приятный аромат. Аж непривычный, экран не заляпанный. Ну, как-то мы безуспешно вообще сходили в ТЦ, ничего не купили. Ну, а я вечером посижу за компом, потуплю, что-нибудь посмотрю. Заодно зайду в Вкусвилл, потому что у меня дома мышь повесилась и нет никакой еды. Ну, в общем, буду отдыхать. А завтра уже Катюша вечером, там ближе к 11, приедет домой. Доброе утро, я этот кусочек снимаю уже на следующий день. Как видите, погода не такая замечательная, как вчера, но хотя бы тепло. Ну, и заодно я вам покажу, что купил вчера в Вкусвилле. Ну, у меня достаточно простой набор. Сосиски куриные вот такие, мясные. Сметану взял и пельменьки. Сейчас заодно вам покажу, какие я люблю больше всего. Если что, тоже покупайте. Делитесь потом в комментах, понравились, не понравились. Если вдруг еще не ели. Все такие. Мясное ассорти из 3 видов мяса. И они маленькие. Очень вкусные. Сейчас, наверное, себе сосисонов отварю. Только не знаю, каких. Не, наверное, я хочу куриные. С кетчупом. Чайку сделаю, бутербродик какой-нибудь и буду смотреть сериальчик. По поводу мамы не переживайте, сегодня утром мы уже списались, у нее нормализовалось давление, поэтому нет поводов для беспокойства. И еще я заметил, что снова свои любимые толстовки, в которые я снимаюсь последние уже 5 влогов. Ну, а она опять лежала на диване, я ее схватил, как-то так получилось, я даже не думал об этом. Помимо еды, я, наверное, сейчас еще немножко приберусь в квартире, потому что залетел вчера, все раскидал, носки, ну, все как полагается. Ну и буду ждать Катюшку, она там потихоньку уже собирается, в 6 часов вечера выезжает из Брянска. Ну и буду есть сосисы.
Сейчас поем и посижу за компом, почитаю про ленты подсветки. Видите, у нас вот такая штучка тут стоит, и белым светом она должна светиться, но неделю назад она перестала работать. То есть вот нажимаешь кнопку, и ничего не происходит. То ли это проблема с трансформатором, то ли с лентой. Но если лента, то надо будет заменить. Я, к сожалению, не сильно разбираюсь, какие бренды прям офигенные. Если у вас есть идеи, напишите, набросайте в комментариях. И я потом посмотрю обзоры, потому что хочется что-то такое супер надежное. Ну вот сколько кухни этой? Лет 5, наверное. Может быть меньше. Я уже даже забыл, когда мы здесь ремонт доделали. Так, у меня водичка почти скипела. Вот, я, наверное, буду заканчивать этот влог. Да, он получился не дико богатым на события. Но, тем не менее, все равно, как и обещал, в воскресенье вам это все дело заливаю. Поэтому поддержите лайком, комментом. И на следующей неделе я все так же буду стараться брать в руку камеру и записывать вам на ежедневной, может быть, там через день основе такие короткие небольшие видосики.